Ну, еще одна песня, она не моя, но вот я для себя ее открыл буквально недавно, и первый раз я пел на бабушкиной даче в этом году. А, хоть и отгремели, казалось бы, да, вот эти баталии, мы быстро обо всем забываем, да, о Донбассе забыли, о Луганске очень быстро, хотя эта трагедия еще не закончилась, и неизвестно, когда закончится. Вот, но в первую очередь, конечно, страдают наши дети, ну и мирные жители. Это тоже парадоксально, Александр Яковлевич Розенбаум никогда не писал песен на чужие стихи. Это, пожалуй, одно из немногих произведений, которые он написал на стихотворение, которое вычитал. Забыл, Олег Русских, Александр Русских, автор стихов, он живет сейчас в Казахстане, сам из Донбасса. Песня называется «Посвящение детям Донбасса».